Всем привет! Сегодня мы сошьем японскую игрушку-оберег, которая называется Сарубоба. Знакомьтесь, это Сарубобы. Шьются они из остатков ткани, очень легко. Буквально в течение часа можно сшить вот такую игрушку. Этот оберег приносит счастье домой, удачу. В канун Нового года можно сшить такую игрушку и подарить ее любимым людям. Потому что надвигается год обезьяны, а в Сарубоба в переводе с японского детеныш обезьяны. Итак, для работы нам понадобится немного ткани, из которой мы вырезаем круг диаметром 7 см, прямоугольник размером 7,5 на 6,5 см. Также нам понадобится треугольничек для шапочки, вот такой. Размер треугольника 10,5 см, высота треугольника 5,5 см. И для пояса небольшой кусочек ткани размером 4 см ширина, а длина произвольная, ну, нам понадобится примерно 10 см. Также нам понадобится синтепон или синтепух, который мы будем набивать игрушку, и отделочные материалы, какие-нибудь тесемочки, бусинки, всякие погремушечки, вот такие вот, тут фурнитура. Начнем с головы. Небольшими стежками прошиваем круг по краю. Голову набиваем. Ниточку стягиваем. И делаем несколько закрепительных стежков. Голова готова, отложим ее пока в сторону и займемся туловищем. Для того, чтобы сшить туловище, находим середину короткой стороны. Отмечаем иголочкой. Складываем уголок. И вот это расстояние прошиваем иголкой. С краю делаем две закрепочки и до угла прошиваем швом назад иголка. Ниточку закрепляем. Обрезаем, теперь складываем второй уголок. И таким же образом прошиваем следующий. Это будут у нас ручки и ножки. Вот такая у нас должна получиться заготовка с небольшой дырочкой в середине. Теперь эту заготовку нужно вывернуть. Берем какой-нибудь подручный инструмент и хорошо выворачиваем игрушку. Нужно тщательно вывернуть все уголки.
Теперь туловище набиваем. Теперь животик обезьянки аккуратно зашиваем. Можно зашить потайным швом, можно просто через край, потому что у обезьянки в этом месте находится пояс. В конце шва делаем узелок, нитку не обрезаем, выводим ее вот сюда между лапок. При помощи этой нитки мы пришьем голову. Теперь займемся шапочкой для обезьянки. Берем треугольничек, подворачиваем край примерно на 0,3 сантиметра. И прошиваем его швом вперед иголка. Теперь складываем косыночку пополам, лицевой стороной вовнутрь, и соединяем два края. Вот эти два уголочка между собой сшиваем. Шапочку разворачиваем таким образом. Присоединяем к двум уголкам третий уголок. И зашиваем вот эти два отверстия швом назад иголка. Выворачиваем шапочку. Шапочку одеваем на голову обезьянки таким образом, чтобы спрятать то, что мы нашили на голове. Здесь узелок. Вот все технические моменты мы спрятали под шапочкой. Теперь берем иголку и пришиваем шапочку к голове обезьянки. Шапочку можно украсить какой-нибудь висюлькой. Включайте свою фантазию, украшайте обезьянок. Так, теперь пришиваем голову к туловищу. Прикладываем голову и помаленечку вот так небольшими стежками. Аккуратно пришиваем голову. Голову пришили, шапочку украсили. Осталось только сшить пояс для сарубоба. Для этого берем полоску ткани,
складываем ее втрое. Слегка ее приутюживаем, об край стола прям можно. Прикладываем к сыру боба, отмечаем длину пояса, лишнее отрезаем, оставляем примерно по сантиметру на шов. Пояс складываем лицевой стороной вовнутрь. И сшиваем его. Готовый пояс выворачиваем. Берем обезьянку за ноги. И одеваем на нее поясок. Сзади пояс украшаем вот таким бантиком. Или по-другому как-нибудь, как подскажет вам ваша фантазия. Традиционные сарубоба изготавливаются красного цвета. Этот оберег универсальный, но в современном мире сейчас сарубоба делают разных цветов. Синий сарубоба будет помогать вам в учебе и работе. Розовый сарубоба будет помогать вам в любви. Зеленый сарубоба – это здоровье. Желтый сарубоба – к деньгам. Обезьянок можно сшить одинаковых цветов и прикрепить их вот так на веревочку. И повесить куда-нибудь такой талисман. Японцы считают, что если даже человек не верит в силу оберега, все равно подарите ему, защита никому не повредит. Сарубоба можно шить вот таких еще маленьких. Они умеют на голове стоять. Голову можно пришить по-разному. Шейте такие милые няшные сувениры. Дарите их своим близким, любимым людям, заботой, любовью. Ну, а я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. У меня на этом все. Всем пока-пока.